8 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Юбилейной в Нарьян-Маре. Лобовое столкновение двух иномарок едва не привело к трагедии. Спасли людей исключительно ремни и подушки безопасности, которые в этот раз не подвели. Однако без серьезных травм обойтись все же не удалось. Последствия этой аварии трудно переоценить. 8 человек, то есть всех без исключения участников ДТП, бригады скорой помощи доставили в приемный покой окружной больницы. 7 из них до сих пор находятся в стационаре. Одного человека с незначительными травмами врачи отпустили домой сразу после осмотра. Трое пострадавших, двое из которых дети, находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Еще четверо помещены в хирургическое отделение с ушибами и переломами. Предварительно водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу движения, пытаясь совершить обгон. Значит, обгон совершить не сумел, так как навстречу двигался другой автомобиль. В результате совершил лобовое столкновение с автомобилем, со вторым легковым. Авария произошла накануне вечером, в самый час пик, когда все автолюбители возвращались с работы. Сейчас ведется проверка всех обстоятельств произошедшего в рамках Уголовно-процессуального кодекса. После нее будет приниматься решение об ответственности водителя, по чьей вине произошла эта жуткая авария.